have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, мы с вами в Dishonored 2. Продолжаем наш путь к Антону Соколову. Отрывок из трактата, это мы читали. Сейчас я вспомню, на чем мы остановились, опять вспомню управление. Да, мы, кстати, довольно удачно с вами в прошлый раз протестировали вселение и темные глаза и всякое такое. Темные глаза. Опа. Ага. Здравствуйте. А вас-то я и не приметил. Я только что усыпляющий дротик потратил на разбивание стекла. Серьезно? Тебе показалось. Дебила кусок. До свидания. Сколько у меня еще? 3 дротика. Блин, у меня заканчиваются усыпляющие дротики. Привет, чувак. Можно тебя обнести немножечко? Мелодия какая-то знакомая. А, да. Early in the morning. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Ладно, а то мало ли меня даже за мой кривой голос потом прихватят авторские права. Это было бы печалька. Так. А что я остановил? И зачем я остановил? Дом Соколова, 32 метра. А что темное сердце говорит? Оу, там есть костяной амулет. Ну и все, тут больше ничего и нету, кроме костяного амулета, да? Think you'll get your own squad after what happened last night? Never doubt it. Вот это тебя блевануло фонтаном, чувак. Офигеть. А где вы там говорили костяной амулет? 6 метров внутри этого здания где-то, да? То есть, получается, я могу запрыгнуть туда наверх. Ну или как минимум вот так. Угу. Там наверху кто-то есть. О, внизу трупы крысы. Ёпарас, это там творится, конечно. О, там кто-то живой. Прикольно. Я съем. Возьму. Открой, пожалуйста. Спасибо. Знаете что, давайте я даже пяточку нажму. По такому поводу. Что-то у меня от многих других игр привычка И. Это действие, а здесь это F. Ух, даже так, у меня максимум. Давайте F5-очку. Что-то я зачистил с этим, да? Ну ладно. Крыс, чтобы выбралась. А ты кто вообще такая? Где ты? Так, тут всякие... трактаты. О, я бы почитал на самом деле. Первые главы сказочной повести. У меня поджилки затряслись от одного только звука странного корабля. Корабль этот был творением Архадо, третьего префекта Академии
центр философии Самархады был в приподнятом расположении духа и восторженно расхваливал свой аппарат. Он потянул рычаг и нас окутал... Минуточку, это мы читали. Это мы читали, я только сейчас это вспомнил. Отрывки середины сказочной повести. Рахада радовался как подросток в канун праздника Фуги. Когда мы вернемся в Гристаль, меня сделают королевским лекарем. А, или сожгут за ересь, третий префект. Все зависит от того, что нас ждет в конце путешествия. В голосе моего наставника прозвучали новые нотки, будто там воздух, сам воздух внешних сфер внушал обычные неведомые... Внушил обычно неведомые эмоции, неуверенность, слабость и страх. Я решился бросить еще один взгляд на монолит, возвышающийся далеко впереди. Для Архада он был чудом, смотритель Брин видел в нем загадку. Для меня же это был грозный символ опустошения, само воплощение безумия. Угу. Я не боюсь бездны, меня не заботит духовная чистота этого мира. Отныне я вестник его, избранный им, узревший его великолепный чертог, где он вечно черпает силу из бездны. Я остался один, весь корабль Архада залит кровью, в которой я пальцем рисую схемы и смотрю сквозь порталы на землю, простирающуюся внизу. Именно здесь я воздвигнул первый монумент во имя его, нанесу гниющую рану на самой природе. Я буду строить и ждать твоего прихода, о великий потомок бездны. Чувачок, по-моему, поехал. Да я сделаю сейчас что-то с крысами. Погоди, тут чуваку хорошо. Труп. А труп я, кстати, трупом я могу отвлечь крыс. Я думаю, это может получиться. Это вот я сюда зашел изначально, B2. Кто меня о чем просил? Сейчас я посмотрю этим темным зрением. А, вот эта женщина, которая просит меня перебить крыс. Ага. Но труп они жрать не хотят, я так понимаю, да? Хотя, на самом деле, кто его знает. Так, я на всякий случай семерочку-то... На какую кнопку у меня там... Блин, у меня же есть граната, да? А я ее убью, если я сейчас кину гранату, мне кажется. Я белых крыс просто съедаю. А остальных я сейчас вот так перебью. Ну, то есть, мне кажется, их становится меньше. По-моему, я какой-то глупостью занимаюсь, да? Все, они разбежались. Супер. С тобой можно поговорить? Все, вали отсюда. Пожалуйста. А вот и амулет. So many rats, completely infested. I know some folks aren't superstitious, but I swear, the rats showed up after a man came through, waving around an amulet of some kind. It looked like it was made of bone. He's dead now, like the others who were living here. Я тебя понял. А вы, кстати, посмотрите, что с амулетами. Журнал Тириона. 26 число месяца ветра. Наконец-то я нашел место, где можно залечь на дно, если сидеть тихо. Городская стража объявила дом зачумленным, так что в подвале мне искать не станут. Надо верить. Надо верить. Ладно. 28 число месяца ветра. Пока все благополучно, я слышу, как мимо проходят патрули, но в дом мне не суются. С едой плохо. Но вчера ночью я раздобыл кое-что.
Второе число месяца тьмы. У меня появился сосед. Он носит странный амулет из костей и клянется, что эта штука защищает его от чумы. Ну, видим. Возможно, вдвоем нам будет проще, хотя я начинаю сомневаться, что выживу. Четвертое число месяца тьмы. С тех пор, как он тут, я плохо сплю, неважно себя чувствую. Крыс в доме все больше. Еще немного, и я не смогу убраться отсюда. Даже если захочу, мне придется... мне кажется, что этот амулет проклят. Тебе не кажется, чувак. Этот амулет проклят. Труп. Блин, трупов тут много так-то. А этот обглоданный. Хорошо. Амулетец мы подобрали. Можно и валить отсюда. Так, и в пяточку. С теми ребятами мы уже поговорили. Да, на северную сторону. Все. Нам тут уже больше нечего делать. Мост Колдвин. Нажмите кнопочку. Итак, северная сторона моста. Супер. Ну-ка. Давайте сразу зрением посмотрим. Мне не нравится, что у меня заканчиваются сонные болты. ...74 метра. Дом Соколова. Так, а что у нас здесь? Руна есть. Во-первых, сюда. Ага, тут можно еще дальше, да? А можно и сюда. Там одни трупы внизу, насколько я вижу. Сюда можно только через окно попасть, да? Все, я вас понял. Сейчас мы туда быстренько сходим, пока я не забыл. Потом продолжим обыскивать этот дом. Ну, я не знаю, ребят, я не вижу смысла торопиться. Да, мы туда дойдем. Но этот мир довольно интересно исследовать и... Спасибо, что зацепился, Корва. Ассасин ты фигов. Только магическим переносом можем пользоваться. Да, так, это мы забрали. Вот, костяных амулетов 3 из 3. Я как раз думал на прошлой логике, почему 2 из 3. Здравствуйте. Почему 2 из 3 и где-то доделся третий, но они, видимо, просто разбросаны по локам, и поэтому он мне дает такие... Какая интересная пиктограммка. Привет, чувак, а что у тебя случилось? Тайник. Хиггинс, недавно мне донесли о тайнике где-то на северной стороне моста Колдуин. Очередной безумец прячет все свои блестяшки в секретной комнате. Вроде как надо трижды включить кран в старой раковине, чтобы открылась потайная дверь. Что в комнате, неизвестно. Я знаю только, что над дорогой рядом со входом в дом висит громкоговоритель. Больше ничего не помочь не могу, дружище. Так, значит, над входом в дом висит громкоговоритель. И нужно трижды включить кран в старой раковине. А это не... Это вот не он случайно? О! Здравствуйте. Это я таким образом сюда попадаю, да? То есть это был просто выход на крышу. Все, я понял. Над входом висит громкоговоритель. Три раза кран в старой раковине. Но это явно не здесь. Потайная дверь. Не знаю, я тут... Черт, а там что-то есть? Даже если было бы, я не могу туда портнуться.
Это очень странно на самом деле. Ну, блин, это громкоговоритель. Да, он даже шипит, репит. Блин, и мне кажется, что... О! Черт, это офигеть, как странно. Погоди, а там что? Чтоб тебя... Какого фига я упал вообще? Старый... Блин. Ну, мне кажется, что вот это вот и есть громкоговоритель. Ну, то есть было бы крайне обидно. Тут еще такой этот. Reds are... Угу. Так, а вон там тогда что? Это не вход случайно? Черт. Тут очень много вариантов, что можно сделать. Это, в общем, вход сюда. Это вход, где мы нашли руну. Но здесь нет никакой старой раковины. Я, в принципе, никаким образом не могу сюда... Блин, я здесь уже столько времени потратил. Это очень обидно. Как по мне, короче, смотрите, мне кажется, что вот это громкоговоритель. И что это именно здесь. Но... Я ничего не могу с этим поделать, я не знаю. Давайте я сейчас это телепортнусь. Туда как-то вниз попасть. Кстати, а вниз-то я не пробовал никак попасть. Там может быть... Да! Прикиньте, можно просто так было сюда попасть. Тут заперто. Привет, чувак. Трижды. Это здесь. Это здесь, черт побери, блин. Извините, ребята, если вас долго мучил. Мне просто интересно решить эти загадки. Урна семьи. 100 монет, короче, да. А тут больше ничего такого нету? Ну, деньги я тут нашел, да, я не спорю. Окей, окей. Здравствуйте. Я какую-то гнилую гадость съел. Ну, пофиг. Окей. Нашли этот секрет. Супер. Блин, так на самом деле фигу знаешь. Я почему-то сразу не догадался, что вниз там нужно сходить. Вверх, 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 вверх. Бегаю по этим двум верхним этажам. О, а тут завалено. Вот, собственно, да, вот это место, куда я говорил. Если тут не текстурка, если здесь прорисовано, значит, сюда можно попасть. Я пытался почему-то попасть оттуда. Короче, ладно, вы поняли. Все. Вот этот громкоговоритель, вот оно. Черт. Может, ветер? Да-да-да, чувак. Это был просто ветер. Здесь можно пройти, в общем-то, без проблем, я так понимаю, да? Ох, там народищу! Он где-то прямо здесь свистит. Давайте-ка я сохранюсь. Оу! А это такое ощущение, что как будто уже и... Туда я не доберусь. Жалко, что нельзя отменить действие. Так.
крысы. Такое ощущение, что он прям где-то здесь, но я его не вижу. Дом Соколова. Оу. Сюда можно сходить. Там есть цепь, а для чего? Так, да, человек внизу. А, вон он, вот почему. Вот почему он, мне кажется. Я понял, там можно схватиться за цепи и подняться. Окей, я понял, это один из вариантов. А это звук, кстати, от кондиционера, который здесь. Вон ты, чуваки, я думаю, они меня запалят, если я просто туда полезу. Давайте я сохранюсь и попробую. Отлично. Надеюсь, он тут один. У меня три усыпляющих дротика, не хочу их тратить понапрасну. Цепь, наверное, нам на тот случай, если бы... Кстати, что там по сердцу? Руна прямо здесь за этим, понятно. Цепь на тот случай, если бы у нас не было бы прокачанного прыжка. Собственно, Соколов. Давайте я сохранюсь. Так. Руну я заберу. Немножечко палевно было. О, кто-то есть. Оно живое. Ну-ка послушаем. Sokolov here. Excellent progress today. Test subject 312 is declining rapidly. As I theorized, formulas 12 and 17 administered in combination. Greatly accelerated the progression of the disease. Interestingly, the respiratory mucosa have erupted and raised pustules, grayish in color, which burst, causing hemorrhaging and pain. I now turn my hopes and energies to Formula 25, which, in conjunction with a high heat therapy, which came to me most vividly in a dream last night, has great potential. According to the latest celestial alignment. As for test subject 312, after the characteristic sloughing of the skin, she should be dead by mid-morning tomorrow. Офигеть. Неплохо так из-под... Не, я понимаю, как бы в то время не особо люди заморачивались, но все равно. Отчет лейтенанта Нильса. Вот запрошенный образец эликсира с черного рынка. Полагаю, его готовят на одной из запрошенных винокурен. Эта подделка не имеет ничего общего ни с вашим эликсиром, ни с бальзамом Пьеро. Но обезумевших от отчаяния людей это не останавливает. Мы не смогли опознать ингредиенты, надеюсь, вам повезет больше. И еще, несколько стражников признались, что пару раз покупали и принимали этот состав. Все-таки он порядком дешевле. Никто из них не пострадал. Эта зелье не защищает от чумы, но и вреда не приносит. Лейтенант Кристофер Нильс, второе санитарное отделение, городская стража Даунбола. Игра сохранилась, это хорошо. Стоит ли мне... Thank you, whoever you are.
Мне сказали, что... Мне это сказали, что ты окочуришься там к завтрашнему полудню, если не к сегодняшнему. Так, на секундочку. Этот персонаж занят. Хорошо, хорошо. Персонаж занят. Итак. Куда нам теперь с ним? Самый 55 метров вниз. Если я его кину, он же умрет, да? Так. Я могу с ним телепортироваться? Вы серьезно? Не, ну все, это, короче, это ГГшечка. Окей, это было легко. Привет, чувак. Royal physician himself. You made a neat job of it. Drop him here and we'll be off. Все, я уже собрал все руны, собрал все амулеты, и выкрасть Соколова оказалось, ну, не проблема. Да, надо вернуть все. Короче, поехали отсюда. Я считаю, что я сделал все, что мог. Убито простых жителей один, сожалею об этом, было сигнал в тревоге один, тоже жаль. Найдено жертв три. Хаос в мире, текущий уровень высокий. Какого фига высокий? Блин, сколько людей я убил за это задание? Блин, можно было картина... Ай, там была картина Соколова, блин. То есть руны я все собрал, костяные амулеты все, святилище нашел, картину не нашел. Где-то была его картина. Черт, да. Я вообще забыл, в принципе, что существует такая вещь, как картины. Ладно. Особые действия. Обчистили сейф Пратчета, спас нищенку от крыс. Да, было такое, признаю. Дальше. В пёсью яму обратно. Ну, то есть, не знаю, мне кажется, с моей точки зрения, вот это задание с Соколовым я прошел относительно чисто. То есть, я обходил охранников, кого мог, усыплял и всякое такое. Ну, ладно. То, что от меня зависело, я постарался сделать. They set up a cell for Sokolov in the old kennel. Shackles and everything. It'll be a shock him waking up in the straw and old dog poop. Но он вообще-то ученый, я понимаю, что это, но он ученый. Надо усыпляющие дротики купить. Они заканчиваются, а штука очень хорошая. Я уже подумал о том, что, наверное, я сделал глупость в прошлый раз, когда я настолько сильно прокачивал пистолеты, пули, я ими сейчас стараюсь не пользоваться, поскольку я больше по стелсу, все дела. Well done, well done. I doubt a dozen soldiers could have done it better. Sokolov's knowledge will enable us to strike at the Lord Regent directly, and ultimately help you get your life back. Soon, we won't have to hide in the shadows. Надеюсь, надеюсь, чувак. Royal physician was brilliant, but he was a fool to protect the Lord Regent. Sokolov gave us the elixir, the war machine. He could have made us a great nation. Now he pays the price for siding with a tyrant. You have my thanks, sir. Да, if you wish to get some sleep, now is a good time. Я вот думаю, а зачем мне спать? С удовольствием отдохну, сначала схожу развеяться, пожалуй. Да, вот так вот. Я еще хочу кое-что взять. Отдохнуть, пока Соколов не придет в себя. То есть все равно придется спать. Ладно. Так, появилась ли... появился новый костяной амулет. Надо будет его обязательно забрать. Но сначала я поговорю с этим парнем. Сама скромность, блин. Нужное оружие, улучшение, боеприпасы. Доступен новый чертеж, который принесли... Бесшумные ботинки, вот это я хочу. Улучшение, пожалуйста. Да, хочу бесшумные ботинки.
Приглушает шаги. Ну, в принципе, да, мне это нужно. Делать шаги еще тише. Да, тоже хочу. Раз уж мы пытаемся стелсить, то давайте боевой усыпляющий дротик. Но если я сейчас на это потрачусь, я, в принципе, останусь без дротиков. Так, я лучше закуплюсь им по максимуму. Нечего жалеть. Эта штука хорошая и стоит не так дорого. Теперь, улучшение для снаряжения. Запас пуль увеличит максимальный запас пуль 10, всего 20. Она стоит, кстати, недорого, но я вам говорил уже. Так, а это запас болтов. Можно взять на 10 обычных арбалетных болтов больше. Тоже немножечко сомнительное удовольствие. Все, я пока не буду больше прокачивать. Мне хватит, спасибо. Спасибо, что сохранили. Это мы все у него уже считали. Это я съем, если вы не против. Да, 6. Я сейчас бегаю, заберу костяной амулет. И, наверное... Ну, поговорить с Эмили на самом деле... А почему я здесь не был ни разу? Прочная дверь. Нужен ключ от заброшенного жилища. Ого. Интересно. То есть в бар на самом деле можно выйти и с этой стороны. Из бара, имею в виду. Хорошо, будем помнить о том, что у нас там есть костяной амулет. Просто медная проволока лежит, круто. Поговорить с Эмили. Так-то я не особо хочу с ней разговаривать, но... Молодец. Блин. Ну... Ты ж можешь туда наверх-то запрыгнуть. Ну что ты за человек-то такой? Сюда можешь запрыгнуть? Можешь, но все же нормально. Теперь сюда. А, иногда не понимаю, как это работает. Она не спит, она вон руками машет. It's okay, Emily, I'm here. She seems happier when you're here. Though I know you have important things to do out there in the city. Так вы потому что, блин, шобла бесполезных этих. Please, please leave a candle for me. It gets dark in here and I can't see my mother. I just want a candle. Опа, я у тебя хлебушек сопру. Тебе потом свежий принесут. Что я хочу? Я хочу прокачаться. Во-первых, амулеты. Блин, у нас убийство в падении восстанавливает часть маны. А, если бы оно еще работало по-человечески. Зелье немного улучшает, восстанавливает здоровье. Немного лучше восстанавливает здоровье. Сердце буйвола, максимальный запас маны увеличен. Крысы нападают только, когда вы совсем близко. Ой, блин, вот это прикольно. Это у нас... есть белых крыс, чтобы восстанавливать ману. Я, наверное, поменяю на запах крысы, чтобы меня крысы не трогали. Враги иногда промахиваются, стреляя с пистолетов. Нет, вы можете вселиться в крысу на более длительное время. Кстати, интересно. Вы быстрее восстанавливаете ману. Вариант. Бутылки виски. Это, кстати, все было. Выносливость. А что у нас тут еще есть? Река в помощь. Быстрее плаваете. Да нет, я это уберу и, наверное, поставлю... Даже не знаю. Толстая кожа. Давайте вот так вот сделаем. Стекла бьются тише, среднее увеличение масштаба при... А, я в замочную скважину вообще не смотрю. И вряд ли буду, потому что у меня сейчас есть это дыхание. Не дыхание, это зрение, в смысле. Сердце было. Максимальный запас маны немного увеличен. Давайте манную жизнь себе увеличим. Оставим пока так. Да, вон сверху надбавочки такие появились. Теперь умение. Сколько у нас? У нас 5 рун. Есть жадная стая. Призывает стаю крыс, которая атакует. Которая атакует. Так, замедление времени. Кстати, вот этим я вообще еще не пользовался. Блин, а наверное можно было бы там где-то пробежать или что-то такое. Можно было бы воспользоваться. Ну, не знаю. У нас вон есть вселение.
перенос. Мощный ветер, который отталкивает, сбивает с ног врага и разрушает двери. Я думаю, может все это качнуть потихонечку. А, мне не хватит. У меня 5, мне не хватит на 2. А, также у нас есть живучесть, есть жажда крови, есть проворство. Высота прыжка увеличивается, а урон при падениях снижается. Кстати, вот это нужно бы, наверное. И оно все по 2 уровня всего лишь-то, кстати, да? То есть оно все стоит по одной этой. Противники, которые вас не заметили, после смерти обращаются в прах. Раз, два. Увеличивается число очков здоровья, улучшается регенерация. Накопите запас адреналина, несите... Вот это я, наверное, не буду брать. Я хочу вот это попробовать. Да, давайте. Призвать себе на помощь ораву кровожадных крыс, они начнут пожирать трупы или наброситься на ближайшего живого человека. Спустя какое-то время крысы разбегутся, мне второго уровня призывают больше крыс, и тела они поглощают быстрее. Это если я хочу избавиться от тела, да, я так понимаю? А потом 4 уровня мне нужно, ой, 4 руны мне нужно будет на улучшение. Давайте я еще сделаю вот так вот. Ну, запас здоровья. На втором уровне здоровье становится быстрее. Я вас понял. Хорошо. Все, у меня осталась одна руна. Ничего, я качнуть больше не смогу. Хорошо. Меня это, в принципе, устраивает. Вон, жизни еще на одну полосочку увеличилась. Хорошо. Я так полагаю, что сейчас во сне я буду с чужим болтать или что-нибудь такое должно случиться. Здравствуйте, закройте, пожалуйста. Ну что ж, Желис, чё? Благодарность лорда Пендельтона. Мои братья доставили мне множество бед, я не хотел бы более вспоминать об этих людях, но должен вас уверить, искренне вам признателен. Мне стало известно, что вы обезвредили их, не прибегая к кровопролитию. Блестящие, где бы они ни находились, сколь жалкое существо не ждало бы их, они живы. Кто знает, возможно, я еще их увижу. Лорд, увидишь ты их. Оу, 200 монет, спасибо. Дротики! Черт, я их покупал! Они тут лежат! Так, это был дневник старой ветоши. Опа-на! А мы это, по-моему, не читали. Это интересно. Конечно, я расскажу тебе, дорогуша. У меня теперь нет от тебя секретов. Мои унылые дни похожи на окна в доме. Из кухни я вижу сад и деревья с листьями, попорченные тлей. В глубине сада еще заметнее холмик. Там прежде я положил на... Положили на покой нечто, завернутое в одеяло. Окна гостиной выходят на улицу, в них видны соседи. Они поджигают свой дом, запершись изнутри. Тепло и уют, дорогуша. В спальне также есть окно. Оно выходит на унылый переулок, где хулиганы играют с каким-то стариком. Двое бьют его палками, а девка пинает его под ребра. Я хотела бы... Ох, хотела бы я получить эти кости, чтобы сварить их. В этом доме никого... никто больше не живет, дорогуша. Никто из тех, кого хотелось бы встретить. Когда-то мы с мужем были прекрасной парой, жили чудесно. Вера Морей говорили мне, ваш дом не уступает особняку Бойлов, ваши обеды и званые приемы славятся на весь город. Когда юный Соколов решил написать мой портрет, я цвела. Сиятельно, сказал он, тогда он был еще совсем юнец, рисовал знатных и красивых людей страны. Все хотели, чтобы он написал их портрет, но этот... Но это меня, дорогуша, он запечатлил на холсте. Блестящая картина, хотя и стоила мне кучу денег. Но в нашей жизни были не только картины и балы. Нет-нет, мы с мужем путешествовали по островам, добирались до самого края, до Красных Утесов, Пандусии. Там мы опускались на глубокие пещеры и бродили со свечами в руках, разглядывая каменные стены. Много чудес нам довелось видеть, но чуднее всего был мальчик с черными глазами. Там было много знаков и костей, искусно вырезанных и отполированных до блеска. Я принесла старые кости в дом, но ничего не сказала моему дорогому мужу. По-моему, это как раз когда чужой ею завладел. Я научилась варить их и вырезать из них украшения. Из костей получаются отличные подарки, дорогуша. Тот не мой мальчик брал их у меня. Он их очень любил. Не мальчик с черными глазами, это чужой, наверное. Частенько приносил мне новые кости. Поднимал над головой, чтобы я их видела в его глазах, ведь
А в его глазах, ведь говорить он не мог, я читала: «Бабушка, сделай для меня новые украшения». Он стал большим человеком в башне Даунвелла. Маленький немой мальчик стал королевским палачом и обзавелся большим сверкающим мечом. Окей, это я ошибался, это не про чужого она говорит. Просто очень было похоже. «Мне были нужны хорошие кости, кости, чтобы вырезать, полировать, украшать. Мой милый старый муж всегда очень уставал. Однажды я сварила ему суп, и он заболел. Мне всего лишь нужны были кости для маленького немого мальчика, который напоминал мне мальчика с черными глазами. Когда муж умер, я больше не хотела оставаться там. И вот теперь я старая, никому не нужна. Никому не нужны мои подарки. Старая ветошь копается в мусоре и кормит пташек, что слетаются к ее ногам. Никто не приходит ко мне на чай, дорогуша. Да еще болваны с Боттл-стрит не оставляют меня в покое. Бугай Скледжев и его подпевалы не дают проходу старой женщине. Однажды мы будем вместе. Ты и я, холодные ночи, я только звезды сверху и снизу. И тот с черными глазами, дорогуша». Короче, да, нет, нет. Тот, который с черными глазами, это чужой. Тот не мой мальчик, это тот, который напоминал ей про черноглазого. И он стал палачом. Спать, все, короче, нафиг спать. You were making funny faces while you were sleeping. А ты-то какие смешные рожи корчила? Callista was taking her bath. She told me if there's ever trouble, I should always run here. Честно говоря, так по-нормальному я бы сказал, что типа вали отсюда, у тебя своя комната, у меня своя комната. И нефиг тебе здесь делать. Но мне кажется, игра опять начнет разводить нюни. Ты плохой человек, поэтому... Я бы так не ответил, но я сейчас нажму вот этот вариант. Callista will come get me when she's done with her bath. Thanks, Corvo. It makes me feel better. Это была не очень хорошая музыка, если что. Все, сиди. Не до тебя сейчас. Attention, Dunwall citizens. The Ascendancy Circle. Да, выпусти меня. To be high overseer. Let us all praise their choice. Да, вот же этот, да, вот он, этот говорильник. The renovation of Caldwin's Bridge will be delayed indefinitely. Until then, citizens rules at their own risk. I hope Sokolov will cooperate. I'd hope to have him paint my portrait again one day. Yeah. Just Pendleton, блин. Broiler in former days. Unlike you, our friend Corvo knows what loyalty means. Bah! I am loyal to my inner spirit. You are the one consorting with the most wanted man in the Empire. It's my belief that Corvo was innocent in the death of the Empress. And the former spymaster, or the Lord Regent, as he calls himself, is a ruthless tyrant bent on destroying this city, the heart of the Empire. You are mistaken if you think there's love between me and our Lord Regent. Whatever you intend to do here, I assure you, I am beyond petty scare tactics. If I don't scare you, Sokolov, perhaps these rats will. Even if they don't carry me, I've heard of a swarm of rats stripping a child's body to the bone in half a minute. I've heard worse. How long do you think it'll be before you talk? Before you beg to talk? Rats? Is that the company you keep now, Admiral? Кстати, да. It's the company you keep that interests us so far. We know you painted a portrait of the Lord Regent's mistress, the very aristocrat who is funding the military with her fortune. She is the key to the Lord Regent's control over the city, and we must have her name. Sorry, Ed. You're part of this rabble, but I know you have your reasons. Yes, he does. All we need is the name of the Lord Regent's mistress. It's very simple. I elect not to tell you. You will have to force the words from me, and I warn you, my willpower is quite legendary. Даже вас можно подкупить. Это плохая стратегия. Of which I approve. Я не хочу ему одобрять. Угрожать, в смысле. Купить подарок. Какой, интересно, почем?
Отрывок из наставления для псарей. Воспитание волкодава. В каждом приплоде в среднем оказывается 4 хороших щенка. Это мы читали. Так-то я на самом деле не хочу с ним ничего плохого делать. Я говорю, он ученый. И я не особо верю, что он плохой человек. Он жесткий. Да, это я могу понять. Вот, ну и на это тоже есть свои причины, почему он жестит. Мне кажется, что это логично. Пойдемте посмотрим, какой подарок. Пьеро. Я бы не отказался от выпивки, возможно. Какого фига Пьеро там? Ой, блин, Мальвина. Он подсматривает. I know it looks. I was inventing a new kind of lock. The tumblers shaped like snowflakes. The truth is, there is no snowflake lock. I was just, you know, looking. Я не хочу, чтобы ты тут шпионил. Блин. За кем ты подглядываешь, меня не касается. Знаете, я, по-моему, знаю, за кем он подглядывает. Девчушка пришла к нам и сказала, что ее служанка купается и потом вернется. И он сейчас, знаете, мне кажется, Хевлок там, Пендельтон на улице, это вообще не моя комната, Соколов тоже на улице, за кем он может шпионить? По-моему, он просто подглядывает в ванну, так что, следуя этой логике, на самом деле, я, наверное, скажу вот так вот. I realize, well, everything you're thinking I already realize, I'm a natural philosopher, but that doesn't mean I'm not a gentleman, or I try to be. Я угадал. Прошу прощения, я не хотел вам мешать. Составить вам компанию? Ладно. Прошу прощения. Да. Я только почитаю тут немножечко, ты там купайся. Горьколиста, тень Горьколиста, отрывок из сказочной повести. Двигаясь на отблески угасающего костра, я увидел ее. Она проворно работала большой иглой, накладывая безупречные швы. Тайное ремесло, пришедшее из глубокой древности. Он лежал крепко привязанный к деревянному столу, и тело его содрогалось. Меня будто подтолкнули ближе. Она повернулась, и я удивилась, сколь равнодушным... Удивилась? А, мы читаем от лица женщины. Сколь равнодушным было ее лицо. Игла оставалась в его плоти. Чистым голосом она произнесла: «Ты, полагаю, его возлюбленная, ты тоже была неверна. Теперь пора подлатать и тебя». Да-да-да. Юный принц из Тиви. Отрывок из театральной постановки. Лорд Натан Бейл вне себя от гнева. «Как вы посмели, сэр, явиться в мой дом в подобном облачении? Мне следует предать вас страже, развратный тивианец». Суровый же прием. Кстати, это мы читали. Это я заберу. Отрывки из пожилого китобоя. Воспоминания часть 2. Более четверти века это было. Все, прошу прощения. Я валю отсюда. Хороший вид открывается из этой замочной скважины. Anyone who has consumed untreated water must be reported to the watch. Блин, а Пьеро-то от нас свалил. Ну, смотрите, я... Оу, голоса Пендлтонов. Ну-ка. Хевлок, примите мои поздравления. Лорд Дрэгон вне себя от ярости. Его не поддержали в парламенте. Он надеялся на поддержку семейства Пендлтон и не ждал сопротивления. Но, как вы предполагали, без поддержки Пендлтонов его положение резко усложнилось. Его бюджет на оборону также не был утвержден, и посему он испытывает недостаток средств. Полагаю, деньги на содержание городской стражи он получает от какого-то близкого друга. Мы подозреваем, что этот неведомый
благодетель, влиятельная дама, возможно, его любовница. Я постараюсь выяснить это. Ясно одно, если стража не получит плату деньгами и эликсиром, она не станет хранить верность присяге. Ваш друг в стане врага. Шпион, шпион. Это интересно. Переработанная ворвань. Отрывки молодого китобоя. Это все мы читали. Сюда мы заходили еще в начале игры. Это мы читали, хотя записочка была новой. The young lady Emily was trying to sneak into your quarters while you slept, sir. I don't think she meant any harm. Да я уверен, что она не желала ничего плохого. Чувак, красава насчет того, что он пытался изобрести. Это замок в виде снежинки, блин. Извините, я тут обнес немножко. Пойдемте поговорим с ним. Well, Mr. Sokolov has certainly recovered. A good night's sleep has left him with an appetite. Я тебя понял. Вот. Ну, блин, на самом деле мне еще понравилось то, что по логике получилось разобраться с той ситуацией. Насчет. То, что он не. Ну, он шпионил, конечно, но не во вред, а, ну, как бы. Так, наверное, сделали бы многие. It's well known that Sokolov is virtually addicted to a rare liquor called King Street Brandy. The taste. Сколько ты за нее хочешь? But I happen to have a bottle. However, I am reluctant to give it to you for Sokolov. It cost me quite a lot. It is very expensive stuff, a blend of rare Pendician spices and. Да, расскажи мне об этом. Would you care to purchase it? Выкупить, конечно, блин, выкупить. Соколов может стать союзником. Я куплю бутыль. Да, давай. Я не хочу его пытать крысами. 150. Я это переживу. Давай заодно по улучшению у тебя покупаю немножечко. Давай все-таки этот боевой усыпляющий дротик. Фиг с ним, куплю. Он мне глаза мозолит. Может, из-за него не открываются какие-то новые улучшения. А может быть, я просто сейчас провафлил. Ну ладно. Надеюсь, не пожалею об этом. Покупать у тебя бренди. Ты вообще с ума сошел, чувак. Дырку протрешь в полу, столько подметать. Пойдем сейчас поить Соколова. Хотя, знаете что, ребят, я тут сейчас посмотрел на время. Оу, да, он пиц. Давайте мы пойдем поить Соколова в следующий раз. Вот отличная у нас возможность, чтобы остановиться здесь. Давайте так и сделаем. В следующей серии пойдем поговорим с Соколовым, поймем некоторые вещи от него. Наверное, он нам расскажет про эту дамочку, любовницу. Я с людьми разговариваю. Иди отсюда, Пендельтон. Так вот, да, ребят, на этом у нас сегодня все. Увидимся в следующей серии. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. Всем покеда.